Всем привет! Вы на канале Food Home – еда дома. Сегодня буду готовить простые и вкусные в приготовлении чебуреки. Никто не догадается, что они сделаны из лаваша. Для приготовления берем кусок мяса. Мясо нарезаю на кусочки. Репчатый лук разрезаю пополам и на средние кусочки. С помощью мясорубки измельчаю мясо и лук. Добавляю соль, перец, специи для мяса. Перемешиваю, начинка получается сочной и вкусной. Берем лаваш, затем кладем в тарелку и вырезаем круги. На стол кладем круги лаваша. Кладем начинку, края смазываем яйцом. Заворачиваем и хорошо придавливаем края. В сотейник наливаю масло, обжариваю чебуреки до золотистого цвета с двух сторон. Для соуса нарезаю укроп. В тарелочку кладем укроп, выдавливаю чеснок, добавляю йогурт и сметану. Перемешиваю, соус готов. Вот такие вкусные и простые в приготовлении чебуреки у меня получились. Хрустящая корочка и сочная начинка внутри. Удержаться невозможно. Попробуйте приготовить. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!